Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». Яркое событие состоялось в Москве на ВДНХ. Там открылась главная площадка достижений нашей страны – международная выставка «Форум Россия». На ней собраны уникальные и знаковые достижения и все то, чем самобытны регионы и чем гордится наша страна. От природных и культурных достопримечательностей до результатов в области применения новейших технологий. Выставочный стенд Карачаево-Черкесии тоже открыт и готов удивлять гостей форума. Первых посетителей экспозиции региона приветствовал представитель правительства республики Мурат Аргунов. Он представил гостям концепцию нашей экспозиции, которая рассказывает о природных исторических достопримечательностях Карачаево-Черкесии, о достижениях в социально-экономической сфере и, конечно, о людях, чьим трудом строится современная Россия, в том числе Карачаево-Черкесия. Экспозиция стенда Карачаево-Черкесии вызвала большой интерес у посетителей выставки. На ней представлены экспозиции всех 89 регионов, в том числе новых субъектов страны – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также 20 крупнейших корпораций, федеральных министерств и общественных организаций. Посетителей ждут 13 экскурсионных маршрутов, более 130 экспозиций с ключевыми достижениями в области экономики, науки и культуры, строительства, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и туризма, а также обширные культурно-развлекательные и познавательные программы. Напомним, ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» и, в частности, экспозицию Карачаево-Черкесии. Сегодня уголочек нашей страны, это Карачаево-Черкесия, которую мы вам предупреждаем, которую мы вас приглашаем. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из туристических регионов, одним из астрофизических регионов нашей страны. Побывав здесь, вам обязательно захочется вернуться. И сегодня на нашей экспозиции вы можете увидеть, мы разделили на три блока. Первый блок ближе к горам. Второй блок ближе к людям, и третий блок ближе к звездам. Я сейчас за каждый блок расскажу. Первый блок мы ближе к горам поставили индикатор спуска на наших горнолыжных курортах. Вы все эти дни можете попробовать спуститься по склонам Карачаево-Черкесии. Ближе к людям, по центру, вы можете увидеть, какая культура, традиции, обычаи, экономика и туризм нашей республики. Конечно же, почему Карачаево-Черкесия считается астрофизическим регионом? На территории Карачаево-Черкесии расположен самый крупный в мире телескоп, благодаря которому Российская академия наук, наши ученые изучают космос. И сегодня мы постарались воссоздать нашу обсерваторию для того, чтобы вы посетили и прочувствовали всю галактику, которая есть на этой планете. В День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил многолетний труд представителей различных сфер деятельности. В зале торжеств города Черкесска чествовали общественных деятелей, строителей, предпринимателей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, творческих работников. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. В День народного единства в зале торжеств города Черкесска были те, кто внес значительный вклад в развитие республики. Эти люди участвуют в благоустройстве региона, совершенствовании различных сфер деятельности, создают лучшие условия для воспитания подрастающего поколения, помогают населению. Труд каждого из них отмечен государственными наградами, грамотами, благодарственными письмами. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с праздником всех жителей, отметив необходимость постоянного единения людей ради достижения главной цели – процветания малой родины и большой страны. Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие. И мы, как и наши предки 4 века назад, должны показать свою сплоченность и во всем поддержать наше государство и нашего национального лидера. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен руководитель коммерческого предприятия Азрет Али Баташев.
Благодарность президента России получил зампред правительства республики Евгений Гордиенко. Общественные деятели, строители, предприниматели, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, творческие работники. У каждого за плечами огромный опыт, который непременно должен быть востребован. Чувство такое, что впредь все больше и сильнее, и дальше нужно работать, развиваться. Все, что я до сегодняшнего дня знаю, передать молодому поколению. И чувство гордости за свою республику, за свою страну. Хочу выразить большую благодарность руководству нашей республики за высокий авторитет нашего флага, развитие нашей чудесной, замечательной республики, особенно в этот необыкновенный день. А далее были песни, посвященные единству народов, ценностям родной земли, всему тому, что стоит беречь ради счастливого будущего жителей Карачаево-Черкесии и всей России. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. На этой неделе был День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Ежегодно в этот день во всех подразделениях ведомства проводятся памятные мероприятия. Церемонии возложения венков к памятникам, посещение мест захоронений героев, встречи с родственниками погибших сотрудников правопорядка. В Черкесске состоялось возложение цветов и венков к мемориалу, посвященному сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии также приняли участие представители Совета ветеранов Росгвардии. 8 ноября – это официальный день памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Мы все знаем, что служба в органах правопорядка всегда сопряжена с опасностью. То есть наши доблестные сотрудники всегда охраняют гражданское общество от преступников, от преступности. Сотрудник, он должен быть не только храбрым и смелым, он должен быть и умным, и честным, и добросовестным. Поэтому мы ценим и всех наших сотрудников, которые сейчас исполняют службу свою, несут, и тех, кто погиб при служебного долга, преклоняем перед ними голову, гордимся ими. В Карачаевске сотрудники полиции провели встречу со студентами КЧГУ имени Умара Алиева. Обращаясь к студентам, заместитель начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесской республике Ануар Шаев рассказал о последствиях, связанных с участием в массовых мероприятиях, митингах, шествиях, собраниях и пикетах, предварительно несогласованных с органами власти. Он отметил, что в условиях несогласованных мероприятий возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае личная безопасность может оказаться под угрозой. Представитель МВД по КЧР также предупредил об административной ответственности и разъяснил санкции статьи об административных правонарушениях за участие в подобных мероприятиях и вовлечение в них несовершеннолетних. Ануар Шаев рекомендовал присутствующим критически относиться к публикуемым в сети интернет-материалам, содержание которых зачастую бывает недостоверным, нарушающим закон, и воздержаться от распространения подобной информации. Народы Карачаево-Черкесии и Российской Федерации, они издревле живут в едином культурном пространстве. Это не для того, чтобы высокопарно сказать там несколько слов о дружбе, там, единстве и так далее. На самом деле сила наша, сила, богатство наше, а именно
ценим, дорожим, приобщаемся к культуре друг друга. Это является базисными ценностями нашей культуры народов Карачаева-Черкесии, Северного Кавказа и нашего университета. Я хотел бы, пользуясь здесь случаем, предостеречь всех, кто здесь находится, вас, ваших близких, чтобы вы не принимали каких-либо таких решений об участии в таких несогласованных с органами власти акциях. Вы таким образом можете поставить, скажем так, под удар свою дальнейшую судьбу, карьеру. Кодексом об административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена статья 20.2 за незаконное участие в таких акциях. За участие хочу довести до вас. У нас санкции очень серьезные, от 10 до 30 тысяч рублей штрафы. За вовлечение несовершеннолетних точно так же от 10 до 30. В обоих случаях предусматривается, значит, до 15 суток административный арест. А при повторном участии, при повторном, я подчеркиваю это, у нас санкции очень серьезные. От 150 до 300 тысяч рублей. В спорткомплексе юбилейной республиканской столицы прошел турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России и столетию общества «Динамо». 9 команд боролись за Кубок чемпиона. На состязании побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Зрелищная игра и прекрасная борьба между футболистами команд не оставляли равнодушными зрителей. 9 команд различных сотрудников правоохранительных органов демонстрировали профессиональную технику игры. Открыл турнир по мини-футболу временно исполняющий обязанности председателя Республиканского совета «Динамо» Михаил Паныч. Он подчеркнул, что сегодня мы чтим спортивные традиции, и подобные соревнования способствуют физическому развитию работников силовых структур и налаживанию дружеских отношений. Во-первых, это все для здоровья, это выявление лучших команд, лучших спортсменов в республике по разным видам спорта. Общество «Динамо» одно из лучших в нашей стране. Не зря ему присвоен орден Ленина и орден Александра Невского. Многие спортсмены становились и олимпийскими чемпионами мира, Европы, России. У нас есть олимпийский чемпион по гимнастике, это Василенко Дмитрий. Также бронзовый призер по боксу Храчев Мурат. Каждая команда старалась изо всех сил одержать победу в этом турнире. Каждый из нас серьезно готовился к этим соревнованиям, так как только одна команда сможет занять чемпионскую ступеньку пьедестала, отмечают участники турнира по мини-футболу. Чуть-чуть дисциплинки, чуть-чуть эмоционального спада, и все будет хорошо. Немножко где-то перегораем, ребята чуть молодые, невозрастные. За счет эмоционального сбоя у нас бывают некоторые неполадки. Но я думаю, ребята большие, взрослые, мы все понимаем, все решим. И будем надеяться, что обязательно за победу мы будем бороться сегодня. Мы занимались, мы старались, мы тренировались, мы старались как-то эмоционально вот себя настраивать на игру. Максимально стараемся дисциплинированно выступать на этих соревнованиях, чтобы впредь на будущее, когда ребята видели нашу команду и говорили, вот эти ребята дисциплинированные, они молодцы, они заслужили. Для нас, ветеранов МВД, это возможность попробовать свои силы и показать свое мастерство. И мы надеемся, что сможем достойно представить нашу команду, отмечают представители команд ветеранов органов внутренних дел. Планируем выиграть, сыграть достойно, если не получится выиграть. А так этот турнир важен не только для как меня, для нашей команды, для всех. Все с нетерпением и с большими ожиданиями целый год, можно сказать, ждут этот турнир, проведение этого турнира. Спасибо организаторам. В итоге победителем турнира по мини-футболу стала команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Второе место завоевали футболисты МВД. И на третьем месте сотрудники погрануправления ФСБ. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго.